надо. Я все спросил, не переживай. Так, привет, привет. Юля, привет, я вижу тебя. Привет, привет. Ты из Олеся? Олеся, покажись. Да просят. Моя подписчица. У меня фильтр лежит, можешь не стесняться. Сейчас я покажу прям на секундочку. Вот Олеська. Похорошел, посвежал, спасибо. Минус, господи, сколько я, насколько я похудел, посвежал? Минус 300 грамм. Ну, минус 7-8 килограмм. Я, слава богу, после Сейшел я все-таки дал маху. Зал тоже. Зал, кстати, ему... Песня офигенная. Ребят, дэнсим. А я не знаю, за Шазами. Привет, 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 привет всем. Все, кто присоединился, привет. Очень скучал. Я тоже скучал. Я что-то меня сейчас навеяло, Олеся мне сказала, говорит, надо пообщаться с вами. Я думаю, ну да, действительно, такой, вы по мне соскучились. Я не хочу общаться в прямом эфире, а потом в свой зашел, нормально? Ну, да, в общем, я что-то и так навеяло мне. Как лучше без очков, мне кажется, я отсвечу. Подожди, что-то пишет, подожди. Единственное, за кем сижу, из дома 2. Лейла красотка, и Олеся тоже классная, вы интересные. Лейле давно пишу в Москву, пора, Олеся подает, прочитай мое ей послание. Офигенно, я прочитал, вот, пожалуйста, Олеся все увидела. Вы с Олесей пара? Нет, мы с Олесей дружим. А что ты ржёшь? Ну, не знаю, ну просто как бы, ну вы же даже понимаете, что мы друзья. Друзья, как мне лучше, с губами или без? У меня фильтр не наложился, мы прыщи. Без или с губами? Я думаю, с губами. Без – это ужас. Ребят, давайте, да. Тут девочки какие-то больше сидят, у меня девочки. Песня офигенная, парам-пам-пам или как она называется? Да, где мой фильтр, умоляю, умоляю, если вылезти из кадра. На дом 2 звали. Я, честно говоря, поражен, что меня не один раз звали обратно. Но, ребят, вот опять, а кстати, никто из вас не написал, зачем мне там опять присутствовать. Вот вы мне пишите, почему я должен там быть. Мне интересно даже вот чисто. Так, помахать. Машу вам всем. Я просто не знаю, как тут тыкать, я уже разучился. С кем еще хорошо общаешься с Дома 2? Я хорошо общаюсь с Олесей. А хорошо общаюсь с Марсиагой, с Лейлой, общаюсь на связи с Аней, тоже девочка была на острове. В общем, я в дивной красоте, в прекрасной. Красивая пара. Спасибо. Мы не пара. Но мы... Пара друзей, ладно. Придурков тоже подойдет. Привет, привет. Что без? Не понял. Вам не отсвечивает? Вам видно меня? Я не пропадаю? Такое может быть. Где Юля, я не знаю, но я знаю, что она у себя дома, где я живет. Ой, я фильтр наложил. Как вам мои очки, скажите, пожалуйста? Мне идет для зрения? Олеся без губ норм, а Никите с губами супер. Так у меня все от природы выше странные. У меня будут скоро губы, по секрету вам скажу. Ну покажись, они хотят тебя же увидеть. Ну ты же что такое? Короче, у меня скоро будут губы в субботу, так это секрет, никому не говорить. А кто такая Лилия Емелья? Это кто вообще? На доме 2 девочка какая-то? О, Никиточка, привет, такой ты классный. Олеся на творчество просто огонь. Я тебе напишу, как дела. Что? Посмотри, вот тебе пишут тоже. Олеся на творчество просто огонь. Ой, спасибо большое. Спасибо, ребят. У тебя нос блестит. А это, мне кажется, фильтр, либо я вспотел. Это жир. Это ж... Это легкий жирочек. Ладно, это звезды. Девушка есть? Я наличные... Баклупе ее зовут. Я скажу так, что наличные больше вот такие вопросы я не отвечаю. Я уже не на проекте, вот, ребят. Когда будут моменты и вообще какие-то ситуации в жизни, я обязательно с вами поделюсь. Пока что не обижайтесь, но я пока не буду раскрывать всего того, что у меня происходит сейчас. Нет, я не хочу на Дом 2. Ну, а вот, ребят, ну зачем? Вот для чего я там? Я уже все свое получил. Я получил тех людей, с кем я хочу общаться, кто мне приятен. Я прожил там школу жизни. Ну, а что там еще ловить-то? Что так долго, не могу понять. Ребят, кстати, на веранде разрешили теперь не до 11 июля, а до 1 августа, типа, посещать веранды без QR-кода, вроде как бы. Вот я вам сейчас покажу. Работает. Знаете, сколько народу? Жесть просто. Прикиньте. Походу, никто короны не болеет. Как зовут, повторить. А, да, на проекте. Какая Лисковец? Вы что, с ума сошли? Вы что, ребят, ну какая, господи.
Да зачем я буду кого-то банить, господи, ребят? Ну, и без идиотов никуда, поэтому чуть-чуть переживать. Давайте, лучше в очках или без очков, скажите мне, вот так? Или вот так? Блин, вопрос, предохранишься во время секса? Покажи, что у тебя в сумке. А что у меня давайте в сумке? Давайте обзор. Нет, нет, мукбанг, мукбанг это еда, а обзор сумки как будет? Мукбанг это когда еда, а когда обзор сумки? А что у меня в сумке, да, наверное, называется? Look on bed. Ничего вам там делать на доме 2, вы его переросли давно, вас видно без дома 2, вы не потерялись, почаще выходи в прямой эфир. Хорошо. Обожаю, ребят, спасибо. Это кто написал, что скажу? Луля Муската Тамуретто. Я извиняюсь, если неправильно читаю. Спасибо тебе большое. Ты красивая. Так. Правильно. Боа. Кто такой Боа? И что он там что-то говорит? Мне просто интересно, что люди что-то про меня говорят. Посмотри, не знаю. Что у меня за лично. Фирма этого комбинезона, спрашивают люди. Берешка. Все, ребят, извиняюсь. В очках хорошо, но глаз не видно. А я вот отсвечиваю, да, вам? Они просто для зрения, я себе все-таки решил заказать, видите, свитерок, пуловер, точнее, летний, без очков. Ну, давайте без очков, хорошо, чтобы вам было видно мои глаза. В очках, без очков, красавчик. Маша, привет, Машка, я по тебе скучаю. Обожаю твои видео. Ебанутые. У нас есть такое, не менько. Да вы, да что вы пристали с этим домом 2? Туда прийти и выслушивать грязь, слышишь, пишут. Тем более то, что сейчас там про это просто. Тем более то, что сейчас там это просто с лица смыть потом. Это такой позор. Ну, допустим, из моего окружения на данный момент на проект вообще никто не смотрит. То есть настолько, наверное, я так понимаю, неинтересно, что, ну, наверное, вот и вы тоже так же говорите. Нет, мы друзья. Никита, ты супер, Олеся красотка, спасибо. Бо это Антон, а что Антон? Антон какой? Бывший ведущий, редактор, кто? У нас 3-4 градуса жара, а вы откуда? Как ты, с праздником тебя сегодня? А какой сегодня праздник? День семьи, любви и верности. Реально? Да. Блин, а я даже не знал. Сейчас маме наберу. Шашлык повкуснее выглядит. Кушай, вот все, что сказала. Ну сейчас я договорить не буду, я стесняюсь, ребят. Грей. А тут почисти. Леся кормит, да. Никита, как твоя мама? Очень добрая женщина, ты в нее, наверное. Мама у меня очень боевая женщина. То, что было на шоу, когда она приходила, это цветочки. Ой, а что мы кетчуп не взяли? Как мы будем шашлык без кетчупа? Зачем тебе кетчуп? Там вон закуска. Не, Лесь, подожди. На тебя капнула, подожди, стой. Умоляю, только не на меня. Умоляю. Знаешь этот трек? Умоляю. Мне все по уйму. Умоляю, можно кетчуп? Не наклоняй на меня, ты сейчас испачкаешь, мне и так уже хватило шорт. Ребят, он уже извиняюсь. Разлил на себя все, что можно и нельзя. Мне нужен кетчуп, Никита. Блин, ребят, вас так много. Мне кажется, для моей сутки 60 человек. 67 это... человек. А не знаю, это много для сутки? Это очень мало. Ну, может, кто-то занят, не знаю. Великий Новгород, крутяк. Пузи, хочу по России попутешествовать. Никита, кетчуп, мы тебя... Кетчуп. Надо попросить, давай закажем. Что сказать так? Тик-як, давай закажем и сиди. Позови. У меня все свое. Что? Позови его. Сейчас, подожди, вы все заняты. Сейчас да ты занят эфиром, тебе не кетчуп. Я голодная. А ты только кетчуп или это барбекю? Мне может? Кетчуп нужно макать. Давай секунду. Да. Сейчас. Ребят, сейчас? Прям одну секунду. Я половину пропустил. Подождите, пожалуйста, не пишите. А можно кетчуп? Кетчуп. Ой, а кетчуп. Кетчуп? Да. Это работник. А кто? Это же... Так, сейчас, подождите, я пролистаю. Ребята, любви вам и верности. Будешь... Нигит, привет. Привет, Виргиния. Нигит, привет, привет, Виргиния. Виргиния, привет. Что слышно про Белу? Я не знаю, ребят, что у Юли происходит. Я знаю, что она общалась с Женей какое-то время, и что сейчас у них происходит, я, честно говоря, не знаю. Я с Женей не поддерживаю связь, и знаешь, он на проекте, а что там дальше, без понятия. Мамочка, у тебя замечательная женщина. Хорошо, что вы с Олеськой покинули дом 2. Помню, как Олеся с островов улететь не могла. Это просто ужас был. Ну, улетела же. Она сбежала, засранка. Угу.
Чем занимаешься? Мы вот сейчас с Олесей проводим культурный вечер. Пока что. Привет из Сочи. Привет, Светлана. Привет вам. Встречайтесь. Нет, мы друзья. Никита, ты очень красивый. Спасибо большое. Кстати, тут есть какая-то... Ой, я что-то включил. Лесь, как это выключить? Почему глючит? Ребят, я, короче, на кого-то... Блин, я на кого-то тыкнул. Ребята, я кого-то тыкнул. Простите. У меня все зависло. А что делать? А, все, все работает, извиняюсь. Ну, тут тоже, ребят. Ну, давай, как хочешь. Хорошо тебе с Олеськой отдохнуть. Олеська красотка. Да, Олеська красивая. Никита, передай мне привет. Любовь 98, привет. А, привет вам, да-да-да. Можешь мне передать привет? А, как вас зовут? Полина. Привет вам, Полин. Привет, передай Украине, плиз. Украина, привет. У меня, кстати, подружка с Украины, с Конотопа. Только фильтр. Это самое важное. Ой, город ИКБ. Ты научила. Привет, Пятигорска. Привет. Ты классный парень. Спасибо большое. Все хорошо. Передай огромный приветик от меня лично. Маришечки. Тебя от Маришечки привет лично. А это моя подписчица. Знаю, красивым от красивых всегда вдвойне приятно получить комплименты. Дом без вас дом 2 без вас затух. А вы без него нет. Только вперед, вам Лейла еще не хватает в компании. Будет полный набор. Да, Лейла обожаю. Погоди, а кто меня смотрит по ржом? Так, Маша, я вижу, меня смотрит. Блин, народу мало, ребят. Ну, ладно. Ну, а что, господи, ничего страшного. Главное, что вот есть 50 человек. Даже не 50 вроде, а больше. Снова здравствуйте. Никита вышел в прямой эфир, и мне скучно стало. И слава богу, что сбежала. Сейчас она просто сверкает. Слышишь, про тебя пишут? Слава богу, что... Моя мама самая любитель участницы, это вы с Олесей. Она в таких моментах плакала за вас. О, за нас плакали. Мамочки, огромный привет и здоровья. Никита, привет тоже. Привет мне передай. Ай-ай, слетела, кому передать? Лепесточек. Я вас не знаю, как зовут, но вам привет. Привет, красивая пара, спасибо. Никита, ешь, сейчас остынет. Сейчас забуду. Сейчас, ребята. А мне так темно, у тебя светло. А мне... У тебя тоже светло. Нет, посмотри. А мне камеру как-то настраивал в настройку. Ваш любимый парфюм? Мне много. Ну, у тебя 800 человек, у тебя 100 с чем-то человек, а у меня... Ничего себе 100 с чем-то, 150. А у меня сотка, у меня 50. Это я тебя нагнала. Ну, и, ну да, наверное, да. Ты мила очень, спасибо большое. Где губы? Ужасно. Можно я с вашего позвания покушаю? Вот сейчас. Ну, я же как-то жила тогда. Я никогда так не делал. Мила, со мной сегодня познакомились двое мужчин. Хотя я сидела с Никитой. Настроение познакомилось. Я сидела с Никитой, они подходят и говорят, это ваш парень? Я говорю, нет, брат. Я говорю, молодец, а почему ты познакомился? Как ты не испугался? Обычно все боятся. Губы решают, что нет. Хоть странный вопрос, если я не отвечаю, наверное, есть на то причины. Я сказал же, что личную жизнь я не обсуждаю. Я не на доме два. Ужасная девушка, Риля. Давайте заблокируем тогда. Или сам отпиши, чтобы я не делала лишних. Маришечка, спасибо большое. Верните губы. А мы с тобой покушаем, а давайте покушаем. Приезжайте. Скину адрес. Мася, ты хочешь шашлычок? Я тебе положу. Я же очень вкусный. Главное, с кетчупом. Хотите шашлычок? Да. А это что, два кетчупа или это барбекю? Нет, это майонезки, а это барбекю, наверное. Да, попробуй, вкусный. Мне все пишут, верни губы, Никита. Верни губы. Свои. У меня Сентрайль. Приветик из Дагестана. Нет, привет. Обожаю Дагестан. Никит, напиши свой любимый парфюм, мне кажется, ты вкусно пахнешь. Я обожаю. Ох ты. Мама мне подарила сейчас последние сладкие, они такие вечерние. Сейчас Эссе Флоран, кажется. Еще пользуюсь Йоши и Мамото. Гуччи Гилти. Шанель Блю. Сказала, сейчас, что подождите, вспомни меня с собой. Были год в отношениях, мы расстались, сейчас я свободна полностью просто. Вы сегодня со мной двое. А я не помню, вот кажется, вот это... Никита, я из-за тебя не слышу себя. Прости, пожалуйста, потише буду. Вот это Эссе Флоран, кажется. Какие губы лучше? Видите, сколько людей, столько мнений. Нужно выбирать то, что по душе тебе. Но мне самой не хватает. А, сейчас пролистаю, извиняюсь. Я понимаю, что так милее, симпатичней, моложе, но нет.
Я сделаю только они такие огромные пельмени. Я, кстати, видел эту шутку в ТикТоке об обус. Ржу пиздец. Я сама напилила. Мне можно просто работать мастером маникюра. Покажи свои большие пальцы. Я уже показала. Большие пальцы. У меня музыкальные пальцы, очень красивые. Я могу играть на пианино. Мастер маникюра, Леська, да. Покажи. Мои дела хорошо. Нет, он не родной. Никита, тебя просят. Чего? Спрашивают тебя. Привет. А что просят? Просто показаться? Ты какой, родной, двоюродный или какой? Мы родные души. Главное. Я с вами. Как дела? А, хорошо. Шашлык, Никита, ты ешь шашлык? Ты попробовала? Кушу. Я хотела так на шашлыки. Лук я не буду. Нет, лук не буду. Очень термоядерный очень. Не, нормально? Ты сама, блин, шутишь? Засранка. А некоторые воспринимают это всерьез. Какая вы пришли на время... Ну да, Леся мне сказала, он говорит, ты что ты не общаешься? Я вот думаю, реально. Ну, с подписчиками, поклонниками. Я люблю это слово. Не вижу ваши комментарии, подождите, так глупо зависло. Пальцы рабочие члена, слушай, у тебя палец такой рабочий, что можешь его закопать вот так себе в жопу. А у меня музыкальные пальчики. К какому голосю? Вы что несете? Что за бред? Мы не вместе, друзья. Мы друзья. Бывает дружба между мужчиной и женщиной. Бывает, но очень редко, ребят. Очень вам советую. Это наш случай. Да. Я сижу на... Ну, мы сидим с Алисой на набережной. Мы дружим с Дома 2. У нас было столько недомолвок, столько я его ненавидела, столько мы даже дрались, кто смотрел яхту. Не, ну мы не ненавидели, но просто у нас было легкое, сложное недопонимание. А что с Белой опять начинается? Я не знаю, что с Белой. Не знаю, она пропала на год, ее нет в социальных сетях. Я подала на нее в суд, вы можете передать... Нет, просто насчет губ, может, кто-то просто мечтает, но сходите к косметологу и сделайте губы. Я не понимаю, в чем проблема, если у вас какие-то загоны по этому поводу. Все вернется бумерангом, моя любимая фраза. Рикардо, с тобой ты силы, что Валена. Что? А что за подробности вы мне пишете? Рикардо – это мой дальний-дальний друг. Понял, кто Рикардо? Я понял. Откуда не знают о нем? Мне пишут об этом. А, да? Откуда вы знаете? Ярые твои поклонники. Привет, Казахстана, привет. Когда улетаешь в Эмираты? Слушайте, в Эмиратах сейчас очень жарко, поэтому мы летим на Каннский фестиваль с Алиной. И я лечу в ставке свободной девушки. Год встречалась, но мы расстались, поэтому... Никитос, Няшка, привет, спасибо Казахстан, большое. Машуй, спасибо тебе большое. Ну, это не точно. На связи. Так, опять все... Ну, недалекие люди просто слегка на то и недалекие, что они читают весь этот шлак, домовские всякие тупые паблики для примитивных людей. Должна быть эмоциональная связь. Это жесть, конечно. Что, ты орешь мне в ухо? Да, да, вести этот прямой эфир одинаково, это жесть. Мало народу, ребят, смотрят. Ну, они все заняты, что четверг, работа. У Олеси много, но у него больше подписчиков просто. А кто говорил, что он мошенник, я не знаю, честно. Я знаю, что он живет в моем доме. Привет, Питер. Ой, хочу к Питеру очень. Нева Тауэр. Вот мы живем там. Он вообще-то прошел все в гости ко мне, но я его не пустила. Да а вот вы угадаете, встречаюсь я или нет? Ногти ужас. А мне я нравится. Похудел, да. А лицо осунулось, да. У вас что-то ужас, но я об этом не говорю, потому что мне буква Ю, похую. Не ругайся, господи. Да они говорят, ногти ужас. Ну, а они, блин, в зеркало смотрелись давно. Я и говорю, наверное, у них тоже ужас. Но мне буква Ю, потому что мне похую, что там у них. Ну да, вообще логично. И никогда бы не сказала. Кто-то надул губы, но это их решение. Я не буду писать ужасные губы, ужасные ногти, ужасные ошибки. Зачем? Если вы это сделали, значит, это ваше решение, правильно? Да зачем их блокировать? Они мне наоборот сделают статистику. Пусть пишут говно, господи. Шашлык. Может, полегчает. Олесь, тебя хотят увидеть, иди сюда в кадр. Ой, из Питера, привет, хочу тебя и Олесь увидеть. А, наверное, в осадок упаду, когда увижу вас вживую. Надеюсь, увижу. Вот, Олесечка, я пока вам так покажу. А, ребят, ничего, что как бы с возрастом что-то увеличивается, что-то уменьшается, но зачастую по природе у всех что-то увеличивается. Чего вы несете? Поэтому ты в жизни одна. Ага. Пипец. Подкололи, пипец. Лучше быть
Обидно. Я дом 2 прошел, мне уже ничего не обидно. Ну я не сильно, но я качаюсь, поэтому балансирую. И быть рельефным. Потому что на Сейшелах, вспомните, какой я был, вообще ужас. Молодец, лично. Плюс 10 килограмм. Это моя любимая фраза просто, я обожаю. Двухвою. На вас на военной руле люди смотрят странно, вы ведете вместе эфир. Да, пришли в Брест. Пришли в Брест, обожаю. Сели в телефоне. Оба. Ну да, кстати. Привет, моя королева. Привет, но я не твоя. Астрид, привет. Так, ладно, давай выходить, Никит. Я тоже выхожу покушать. Ребятушки, я очень рад с вами пообщаться. Спасибо вам большое, что вы со мной. Брови это перманент. Стараюсь почаще выходить. Я не наращиваю губы. Я вас люблю очень сильно. Нет, ну спасибо, что вы со мной, что вы меня чувствуете. Поддерживаете. Ощущаете. Спасибо большое. Спасибо за комплименты. Я вас обожаю. И Олеська тоже. Все, пока-пока.